Алла Борисовна вот уже несколько десятков лет радует поклонников не только своим талантом, но и превосходным внешним видом. А ведь ей уже 68 лет. Любовь поклонников и здоровый образ жизни, несомненно, помогают сохранить молодость, но в ее возрасте без пластических операций обойтись невозможно. Пластический хирург оценил профессиональным взглядом фотографии разных периодов Примадонны и предположил, какие, по его мнению, операции были ей сделаны. Он утверждает, что была проведена определенная работа над глазами, брови и лоб, возможно, не тронуты. Скорее всего, что несколько операций были сделаны в разное время, поскольку фото разных лет отличаются. Видимо, в первую очередь Пугачёвой сделали резекционную блефаропластику, так как она имеет характерные последствия – западающее верхнее веко, его недостаточный объем и V-образная деформация, заметная слева. Еще специалиста насторожило отсутствие жировых грыж на нижних веках, характерных для того типа старения, который наблюдается у певицы. О верхней части лица сложно что-то сказать, ведь на всех фото лоб и брови у артистки постоянно прикрыты волосами. Скорее всего, Алла Борисовна перенесла круговую подтяжку лица, которая включает подтяжку шейно-подбородочной зоны, платизмопластику, лифтинг, заключающийся в иссечении избытков кожи, ретидектомии и подтяжку мышечно-апоневротического слоя. Такие выводы хирург сделал, исходя из характерных следов в виде малозаметных рубцов спереди и позади ушной раковины. Однажды Примадонна сказала о своем преображении. «Да, я делал операции, но это не главное. Очень важно еще и состояние души, когда хорошее настроение и выглядишь лучше, никакие морщинки не огорчают тебя. Особенно если рядом с тобой мужчина, который говорит, что будет любить тебя такую, какая ты есть». Оказывается, секрет вечной молодости необычайно прост. Любовь и хорошее настроение, и никакие морщины не будут страшны. Благодарим за просмотр. Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал Сплетники. С нами интересно.